Здравствуйте, дорогие друзья, всем привет, меня зовут Никита, и сегодня это видео посвящено любителям Adopt Me. Мы сегодня с вами немножечко разберем новости, последние слухи, мифы, мистику и прочее-прочее о грядущих обновлениях Adopt Me. Поехали! Начнем мы с вами с чего? Начнем мы с вами с видосика, который вышел вот буквально-буквально недавно сегодня. Вышел, но вы это видео, может, смотрите уже 13-14 числа, поэтому смотрите, у нас, значит, в среду 100% будет обнова. В среду, потому что день рождения у Adopt Me, им исполняется 4 года. Adopt Me исполняет 4 года. В честь этого они запускают Butterfly. Butterfly — это бабочка. Этот питомец 100% будет не за робуксы, что не может не радовать, конечно же. Сейчас я вам покажу видосик, который вышел. Только начало посмотрим, потому что остальное там вообще не интересно. Там какие-то видосы американцев, фанарты. Вот это все, это неинтересная шляпа, а мы с вами посмотрим самое интересное, что говорит нам Джесси. Там есть такие пару интересных моментов. Что нам говорит Джесси, мы это разберем, потом пойдем в Твиттер, там тоже информация интересная есть. Поехали. Ну, наконец-то движуха началась, ребята. Ну, наконец-то движуха началась. Я уже не знал, что делать, но наконец-то началась движуха, потому что обнова с домом, ну, шляпа полная, извините меня. Я вообще такие обновления, я не рассматриваю как обновления. Это должно быть просто как, вот смотрите, это не обновы, вот смотрите, мы вам просто дом даем. Обнова — это когда что-то там касается питомцев, или они бы могли сделать, вот многие фейки ходили по поводу того, что типа новая работа появилась там, или еще типа это там, можешь играть за работника, за ребенка и за взрослого, да, как вариант. Вот это была бы обнова, а то это вообще все шляпа. Ладно, все, смотрим. Смотрим, значит, начинается видосик. Я поставил на 0.75 скорость, потому что я не успеваю. Он базарит очень быстро на английском, а на русском это перевод вот такой вот становится, и я не успеваю это говорить, итак, поехали. Джесси здесь с... так, подождите, я проверю, точно 0.75? Да, 0.75, все, поехали. Джесси здесь со всеми новостями, видео и фанартами, которые только можешь захотеть ты. Прежде чем мы перейдем к этому, помните, вы всегда можете подписаться на Play Adopt Me в TikTok, Instagram и Twitter. Конечно же, обязательно подписывайтесь, я всю информацию оттуда беру, чтобы получать самую свежую информацию прямо на своих устройствах. Обновление с домом было на прошлой неделе, и новые настенные рисунки от нашей команды талантливых художников. Дайте нам знать в комментариях, если вы купили новый домик и какие рисунки вам больше всего понравились. У нас день рождения. В эту среду мы празднуем 4-й день рождения Adopt Me с новым питомцем бабочкой. Камон! Ей! Доступно только на короткое время и может приобрести за баксы. Это что означает? Это значит то, что оно будет, скорее всего, 2 недели. Или неделю, или 2 недели будет этот питомец. Наконец-то можно будет купить за баксы, а не за робуксы. Ура! Ура, товарищ! Я надеюсь, можно будет сделать... Вообще, я надеюсь, то, что можно будет его трейдить, во-первых, да? Очень важно, чтобы можно было его трейдить, тогда бы мы с вами его потрейдили, эту бабочку. Я вам покажу, она выглядит крайне странно, но мы к этому чуть попозже придем. Во-вторых, мне надо, чтобы было, короче, мне надо, чтобы можно было сделать неона, мега-неона, да, из бабочек обязательно. Обязательно. Потому что это было бы здорово, сделали бы с вами мега-неону, тоже потрейдили. Но если можно будет трейдить, понимаете, может быть как? Может быть так, как Шегги из Скуби-Ду. То, что он появится на 14 дней, хотя его же не надо было покупать. Его не надо было покупать. Шегги-то мы с вами не покупали. Шегги нам давался бесплатно. Значит, она по-любому останется с нами после там недели или 14 дней вот этого вот реального времени. Останется с нами. Но можно ли будет ее трейдить? Мне кажется, да. Почему бы нет? Можно было бы сделать, чтобы его можно было трейдить. Но в любом случае, мы покупаем за робуксы, а все, что покупается за робуксы, скорее всего, трейдится, да? Если есть что-то за робуксы, которые нельзя трейдить, напишите в коммент. Итак, мы переходим дальше, смотрим. Так, можно приобрести за баксы. Вернитесь на YouTube завтра, чтобы увидеть обновление видео за 24 часа до релиза. То есть завтра, во вторник. То есть когда вы смотрите это видео, потому что оно выйдет 13 числа утром в 9 утра, можно будет зайти и посмотреть видосик за 24 часа до релиза. Выйдет видос с обновлением, вот с этим, который грядет у нас в среду. То есть обновление с бабочкой. Будет видосик. Я зайду, обязательно посмотрю, отпишусь вам что-нибудь там где-нибудь в сообществе или в Телеграме. Телеграм, кстати, у нас очень активный, очень там весело, задорно и прочее. Заходите обязательно в Телеграм, ссылочка будет в описании к видео. Дальше идем. Дальше, что он нам еще скажет. 24 часа до релиза. И увидите бабочку в действии, а также узнать, как ее получить и сколько она стоит.
Это только между тобой и мной, то есть между мной и вами теперь. Но в эту пятницу нас ждет сюрприз. Сюрприз! Так что в конце недели почему бы не прыгнуть в игру или, короче, посмотрите видосы на YouTube, где у нас будет новое видео. Да, прямо сейчас дайте нам знать в комментариях, в чем, по вашему мнению, может быть сюрприз. Я поделюсь с вами некоторые... Так, недавно... Это видео, все, про видео началось, это все фигня. Напишите в комментах, как вы думаете, что выйдет у нас в пятницу. Что выйдет у нас в пятницу? В пятницу выйдет еще одна обнова, судя по всему, судя по его намекам, выйдет еще одна обнова. Мне кажется, это либо Mystical Egg все-таки выйдут, либо это будут манки. Либо это будут манки. Вот мне кажется, что, возможно, это будут мартышки, потому что мартышки в том году у нас примерно в это время и приехали, да? Только там будут уже новые мартышечки. Все, мы сейчас с вами быстренько перемещаемся в Телеграм, в Твиттер. В Твиттер перемещаемся и смотрим там твиты. Так, друзья мои, смотрите, начнем мы из очень-очень далека. Еще с 11 января мы с вами начнем. Смотрите, они проводили опрос, какое яйцо вы хотите следующим. Этот опрос был еще до обновления Океанс. И здесь, значит, что мы видим? На первом месте Океан Эгг, на втором месте Мистикал Эгг. И тут у меня назрел такой вопрос. Смотрите, следующий, значит, пост у нас есть вот такое вот прекрасное Mystical Egg. Это 100% Mystical Egg, потому что, ну вот, судя по прошлому опросу. Но тут у меня возник вопрос, а Mystical Egg, точнее вот Mystical и мистическое яйцо, и мифическое яйцо, вот в чем разница может быть мистическое и мифическое? И тут я начал подумывать, ну так, смотрите, мифическое яйцо или вот само по себе вот мифическое, это значит мифология, да? А мистика, мистическое, значит, мистика. Но мистика у нас что? Мистика у нас хоррор. Хоррор направление — это мистика. А мифическое, это значит что-то из мифологии. То есть что-то из... Как это сказать-то? Плю. А что я туплю? Давайте в Google зайдем. Вот. Мифология — особая форма человеческого сознания, способ сохранения традиций в изменяющейся действительности, основной метод общинно-родового мышления, древний способ концепированный окружающей действительности и человеческой сущности. Короче, суть в том, что мифология и мистика — это разные вещи-то вообще. Вообще разные. Но следующий пост, переходим к следующему посту, это феникс. Это феникс, но это не мистика. Это мифический питомец-то. Это мифический, а не мистический питомец. Короче, феникс, тут, кстати, есть он not final, это не финальный концепт, то есть еще, возможно, изменения какие-то будут. Но у нас 100% будет еще... вот этот вот феникс шикарный, возможно, в другой немного форме, но он точно будет. И есть у меня подозрение, что будет он не в пятницу. Что-то есть у меня такое ощущение, что яйца мистические не в пятницу. Хотя фиг его знает, возможно, я ошибаюсь. Мне кажется, что все-таки в пятницу выйдут манки. Не знаю почему, но есть у меня такое ощущение. Итак, мы с вами к чему, значит, переходим еще? Вот посмотрели мы с вами на мистическое яйцо, мистическое, которое мифическое по сути. Переходим к следующему. Тут у нас есть опросики. Опросик, значит, хотят они Спайдер-Пета сделать? Хотят. Следующий опросик — Снейка они уже сделали, но Спайдер-Пет по-любому будет за робуксы. Минус в карму Adopt Me. Хватит делать петов за робуксы. И еще Скорпион они точно сделают. Тоже из опроса мы видим. Сделают Скорпион, 100% тоже будет за робуксы. Минус в карму сразу Adopt Me. И, значит, что, мы это с вами посмотрели. И вот, собственно, вот так будет выглядеть эта дорогая наша Баттерфляй. Выглядит она странно, согласитесь. Но странно она выглядит. Она выглядит как собака с крыльями. Ну, она могла бы милее, ну хотя бы поуже, что ли, могла бы она быть поуже немного, а то она жирная какая-то странная. Но мне она нравится. Особенно если она будет, естественно, за баксы, если ее можно будет трейдить, и если из нее можно сделать будет меганиона. Вот это будет пушка, это будет огонь, и я буду крайне счастлив и рад. Обязательно сделаем видос. Ребятки, еще что хотел сказать по поводу Adopt. Действительно, снимать по сути нечего. В ролевуху я не пойду заниматься вот этим вот, типа, я там ищу подругу в Adopt Me, или там моя подруга развела меня в Adopt Me. Это уже все, это не моя тема, потому что, ну, я уже человек как уже старый, и искать себе подругу в Adopt Me, знаете, ну, по крайней мере, это странно бы выглядело, да, что я ищу себе подругу в Adopt Me. Не, ребят, я по трейдам остаюсь на трейдах, короче, и будут новые петы,
буду записывать адоб. Вот выходят новые петы, я записываю адопт. Не выходит, ничего не записываю по адопту, снимаю все, что мне нравится. Снимаю все, что захочу, снимаю все, что мне нравится. И хватит думать, что я кому-то что-то должен. Я никому ничего не должен и не обязан. Я снимаю то, что хочу, канал мой, снимаю, что хочу. Я вижу, что актив маленький, да вообще пофиг. Вот честно говоря, вообще пофиг. Есть люди, которые меня смотрят, и мне этого достаточно вполне. Мне это радует, мне этого достаточно, что есть люди, которые какими-то советами делятся, там вот по ФНФ, например, или еще что-то. Вполне, мне вот этого актива, который сейчас есть, вполне достаточно. Я не гонюсь за чем-то большим. Вполне достаточно. Если кому-то не нравится, милости прошу, я вас не держу, ребят. А если кто-то хочет адопта, ждите адопта. Я не забросил его, просто будут обновы, будут видосы. Пока обнов нет, видосов, собственно, тоже нет. Вот такой у нас с вами разговорчик небольшой получился. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем удачи и всем пока-пока.